Здравствуйте, добрый день, это «Своя игра». Для тех, кто не знает, это телевикторина, которая вещает уже 30 лет, в которой люди приходят, отвечают на вопросы и зарабатывают очки. Кто заработал больше, тот и выиграет. Я уже снимал на свой канал пробный эпизод, где мы играли с подписчиками, вам он очень сильно понравился, было много лайков, комментариев, притом исправлений, что можно добавить в будущие выпуски. Ну и, конечно, я пообещал, если вам будет это интересно, я позову блогеров. Как вы понимаете, все случилось только благодаря вам, поэтому, друзья, не забывайте про поддержку рубрики «Своя игра» на канале лайками, комментариями и, конечно же, подписочками. Все вопросы для данного пака по GTA составлял я сам, и, соответственно, спасибо ребятам, которые согласились со мной сыграть. Самое главное, если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжала жить, и если у вас очень сильно развита фантазия, то в описании вы можете найти ссылочку на мою ВК-страницу, личка у меня открыта. Если вы захотите помочь с составлением вопросов для будущих выпусков своей игры, я это только приветствую. Ну, собственно, тянуть не будем, давайте я представлю вас контент-мейкерам и блогерам по GTA, которые сегодня приняли участие в выпуске. Начнем слева направо. Небезызвестный маэстро GTA San Andreas Денис Хик. Всем привет. Один из лучших спидранеров по GTA Vice City на моей памяти Георгий Нетоксик. Привет. И главный для меня, как минимум, разрушитель мифов и легенд в серии GTA Владимир Геймертек. Всем привет, ребята. Все, отлично, давайте начинать. Кстати, друзья, если после этого видео вы захотите поиграть в ту или иную часть GTA, но которых не хватает в вашей библиотеке, с покупкой поможет спонсор этого видеоролика. Сайт GGSL позволяет решить любую проблему с покупкой новых игр или пополнением вашего Steam кошелька. На данном сайте цены гораздо ниже, чем в официальных магазинах. Даже возможно прикупить игры, недоступные на территории РФ. Игра приходит моментально на ваш аккаунт, и самое главное, что не нужны никакие пароли. В этот же момент для любителей традиционной покупки всегда существует пополнение баланса. Самое главное, что в период покупки средства замораживаются, а не переходят к клиенту полностью. Плюсом круглосуточная поддержка всегда поможет вам разобраться перед покупкой товара или решить вопрос с активацией продукта. Ведь помимо ключей Steam, сайт полон и других различного рода подписок, лицензионных программ, а также сайтов, действие которых прекращено на территории РФ. Также GGSL регулярно устраивает различные розыгрыши. А также сайт имеет колесо бонусов, в котором можно выбить себе ключик к игре или приятную скидку. Закупайся хорошими играми на сайте GGSL и пополняй свой аккаунт гораздо дешевле. Ссылочка в описании. Сейчас я объясню тему быстренько. Конкретно 100% это вопросы, связанные со 100% прохождением GTA. Моды, это понятно, тут будет вопрос про моды. Любимая HD вселенная, это вопросы, которые касаются только HD вселенной GTA. То есть четверка, пятерка, Chinatown Wars, блин, по-моему, все. Читерменты конкретные, это вопросы, связанные с читами в GTA. И от 2 до 5 любой ответ содержит только цифру от 2 до 5. То есть эта тема, знаете, она такая рофильная, то есть если вы не знаете ответ, вы можете зарандомить просто от 2 до 5, ну, назвать любую. Так, ну, я не знаю, кому первому давать, ну, давай Георгий, потому что в своей игре в оригинальной всем по центру выдают, поэтому все. Да? Да, начинаем. Так, название темы. Разминочная, да, правильно? У нас же разминочная должна быть, конкретно 100 за 100. Конкретно 100 за 100. Что дают за 100% прохождение GTA Advance? Серьезно? Ничего. Очки и всего. Ну, ладно, я иногда такие вопросы делал, да. Мало кто играл, я думаю, да, ребят? Ну, если что... Вообще не играл. Не, ну если что, просто логически там, мало ли, сможете додумать. Ну, давай чекнем. Давай чекнем еще, давай за сотку моды. Моды за сотку. Именно такую часть форсажа воссоздали мододелы в GTA San Andreas. Номерную часть. Ага. Сан Андреас тоже никто не играл, что ли? Это токийский дрифт, да. Слушай, ну, блин, да, ну, вопрос. Это за сотку, ребят, я напоминаю. Любимая HD-вселенная. Что находится внутри статуи свободы в GTA 4? Так, сердце находится. Нет. Слушай, ты фальстарт, по-моему. Не-не-не, это, смотри, отвечает тот, у кого синяя вот эта полосочка загорается. Там сердце. Сердце, вот, все, да. Потому что много было разговоров. Ребята, отвечает по-любому тот, кто выбрал, да? Нет. Кто раньше на кнопку нажмет. Когда рамочка желтая загорается, вот тогда можно уже нажимать кнопку. Хорошо. Все окей. Хорошо. Продолжаем. Техническая заминка. Так, читерменты конкретный. За 100. Все знают, что Айзак МИ убирает полицию в GTA San Andreas. А какой чит делает то же самое, но в GTA 3?
Ой, ёперный бобер, no police please, что ли? Я не читил. No police please. Блин, ну за сотку, блин, очевидно было. Ничего, ничего. Так, от 2 до 5. Можете... От 2 до 5, ребят. Да, давайте от 2 до 5. А по мотивам этой номерной части «Крепкого орешка» создали глобальный мод на GTA San Andreas. 4-й, что ли? А, да? Да тут что ты, блин, я, блин, вроде знаю, но что-то как-то это, ладно, хорошо, поехали. Да, 2 до 5 можно рандомить. Ребят, размялись по сотке, да, все знают, все нормально. Да, все предлагаю подряд просто пойти. Ну да. Сотка, так, конкретно 100 за 200. Что дают за закраску 100 граффити в GTA San Andreas? Так, там дают коктейль Молотова. Не-не, можешь прям не обобщать, можешь, ну, иметь в виду... А, оружие дают, оружие. Оружие. Если ты назовешь еще одно, я тебе удвою количество очков. Ты что-то еще забыл. Именно... А. То есть там две награды. То есть оружие, правильно, я зачту. Но если назовешь еще одно, мало ли, я могу удвоить количество очков, подумай. А, и деньги? Окей, я тебя зачту, но за оружие, да. Но там еще перевооружают ребят с Grove Street. У них будет другое оружие теперь. Точно, точно, да. Реально? Да. У них будут диглы, по-моему, и СМГшки. Не, погоди, а это не после миссии с ограблением дядюшки Сэма там? Все проверял даже у GTA Series Videos. То есть прям все наглядно смотрел. А, окей, нифига себе. Вот так вот. Хорошо. Так, теперь я выбираю тему, правильно? Да. Так, давайте моды за 200. Ну, пойдем по порядочку, короче. Окей. Один из первых глобальных сюжетных модов на GTA 3, который выделяется очень кривым балансом, хардкорностью и зимним временем года. Название мода кто-нибудь вспомнит? Snow Mod. Это Frosted Winter. Один из худших модов, которые я проходил на GTA. Но я играл в мод. Я играл в мод, где просто был снег, но ничего больше не поменяли, да, вот только был снег. Окей. Типа Snow Mod он назывался. Окей, окей. Так, давайте от 2 до 5 за 200. Именно в этой номерной части одна из звезд ведущих радио Фрэнк Оушен. Владимир, нажимай. Войсити, типа. Это 6-я же. Нет, это GTA 5. А, пятерка, да ну. О, боже мой. Я бы сказал сейчас Войсити, минус 200. Я думал, Владимир сейчас ответит. Любимая HD-вселенная за 200. Что происходит с Эдди Лоу в финале его квест-линии GTA 4? На самом деле тут ответ довольно прост. Знаю. Давай. По-моему, его надо убить. Или он умирает? Он умирает. Ну, ты нажимай. Напомню, кто это. Это чудаки и прочие незнакомцы, скажем так, в GTA 4. О, все. Да, Нико его просто убивает. Да. Хорошо. Угу. Конкретно 100%. За 300 погнали. Погнали. Что дают за 50 спрятанных пакетов в GTA Vice City? Вы можете не конкретизировать, то есть в общем плане нет, можно. Что, нельзя конкретизировать? Нет, я имею в виду... не конкретизировать? Нет, подожди. Там дают. Нет, я имею в виду, Денис вот говорил то, что начал перечислять оружие за граффити. То есть так не надо, вы можете в общем плане типа сказать оружие. Но здесь просто как пушку дают, да. Ну какую именно? А какое? Не, подожди. Ты не уточни. Ёперный бомбер. А там много что вроде бы дают. Сначала броня, потом пистолет, потом УЗИ. Может быть, пистолет не дают УЗИ. Там, короче... Так. Чисто если примерно тебе сказать... Жаль, что ты все-таки заранее не уточнил. Примерно, если тебе сказать, что дают за 50. Примерно. Сейчас на я бы дал, наверное, дробаш. Нет, к сожалению. Это снайперская винтовка. А ну, серьезно, за 50. Да. А, блин, я-то думал конкретно. Не, я тоже, я думал, нет, просто, я, честно, я думал, я поэтому нажал, что я думал, что нужно сказать просто. А там именно за 50-й. Да. Это думал. Так, читермен, ты конкретный. Я не знаю, вообще странная тема, но погнали. Какой чит может запороть 100% прохождение GTA Vice City? Вспомните самый первый вопрос. Никакой. Никакой. В GTA Vice City нет таких читов. А ни в какой GTA нет таких читов, правильно? В Сан-Андресе чит на бунт точно может запороть 100%. У Вадима М, по-моему, есть ролик про читы, которые именно в Сан-Андресе могут запарывать. Там несколько штук, по-моему. Я надеюсь, только Владимир будет потом на HD-вселенную отвечать. О! Это вопрос со ставкой. Так как, да, ни у кого нет очков, поэтому отвечаешь только ты. Что дают за сбор 200 голубей в GTA 4? Я знаю, ты любишь марафонить GTA. Я знаю, что дают. Дают вертолет, полицейский вертолет. Ага. Дают.
Я, кстати, не уверен, что он именно полицейский, но да, это аннигилятор. Ну, да. Типа, да, который стреляет. Да. Вертолет-аннигилятор, да. Конкретно 100%, давайте уже добьем. Угу. Что дают за сбитие всех 100 камер в GTA Chinatown Wars? Ну тут сразу говорю, тут душненько, да, но за 500, типа. Душненько. Цены на продажу товара снижаются, и появляется спецторговец. Но спецторговец — это уже для тех, кто знает, как говорится. Ну это ладно. Так, от 2 до 5 за 300. О, моя любимая тема. Вопрос со ставкой. 5. Ну, наверное, играть будешь ты, но ты можешь выбрать любую ставку. Типа, сколько не жалко потерять или сколько хочешь получить, если правильно ответишь. Блин, там вопросы с этим орешком. Ну, 25% шанс на правильный ответ. Сразу думай, сколько хочешь поставить. Неплохо, кстати. 300. Ладно. Окей, ну, номинал тоже нормально. Итак, от 2 до 5. Именно столько миссий выдает Михаил Фаустин в GTA 4. Михаил Фаустин. От 2 до 5. Это русский который или нет? Ну да, он на таком ломаном русском разговаривает. Я могу подсказать, одна из миссий, где надо за Иваном бежать и в конце решить, типа, скинуть его с крыши или дать ему руку. Точняк. Вот такие миссии, которые... 4! И вы полностью правы, на мое удивление. О, господи, плюс-минус, думал, да, во. Окей, окей, ладно. Так, моды за 300. Я в модах не шарю. Угу. Вам шанс нужен. Это вопрос с секретом. Вопрос с секретом можно отдать кому-то из двух ребят. Тому, кто не участвовал, пожалуйста. Геймер Тэчу. О, да. Давайте, да. Давай, Владимир, подключайся. Так, я могу выбрать его как-то? А, да. Да, его можно выбрать. Тема моды. Ты можешь поставить минимальную ставку или максимальную? То есть, насколько в себе уверен. Если не думаешь, что на моды ответишь, можешь минимальную поставить. Я не азартный, я сотку ставлю. Окей, вообще, без проблем. Но я как-нибудь подскажу, если что. Первый сюжетный глобальный мод, сделанный на GTA Liberty City Stories. Причем как на оригинальной приставке, так и на эмулятор. Не, ну это бан. Блин, я просто даже не знаю, как тут подсказать, потому что... Ну я в нее даже не играл. Да, с модификациями, как будто ты больше всех знаком. Ну, блин, ладно, тогда эту тему вам придется скипать. Ну, ты не знаешь тогда, да? Да. Ну ладно, я тогда сразу скипаю. Это... Ну, хорошо, что хотя бы минимум поставил. Это GTA Syndicate Chronicles. Ну, короче, моды можете скипать, да, теперь сразу же? А у тебя много там, что ли? Модами, но не глобальными. Нет, моды... Так, а что, у меня ход теперь? Да, теперь ты выбираешь. Так. Окей, теперь я буду азартным. Я беру HD-вселенную за 500. Поехали. Wow. Конкретно. Назовите единственную сюжетную миссию в GTA 4, в которой можно увидеть подругу Джонни Клебица, Эшли Батлер. Это было зря. Это было зря, но, кстати, я удивлен был, когда играл с подписчиками, и кто-то из них ее знал. Это миссия, где мусор надо было за Нику возить, забирать. Taking in the trash. Ладно, буду расходовать HD-вселенную за 300. 300. А, блин, вопрос с секретом, вопрос придется отдать. А, блин. Ну давай Георгия из минуса вытаскивай тогда. Да, надо Георгия спасать. Давай, Георгий, любимая HD-вселенная. Ну поехали. Максимум, да? О, любимая HD-вселенная, там и по GTA 5 могут быть, это да? Это пятерка, четверка и... Ну, Чайнатаун я не вставлял особо, поэтому либо четверка, либо пятерка будет. Четверка, ну, попробуем, пятерка. По максимуму ставь, по максимуму делай. Я могу сам выбрать. Ты сам, ты сам выбираешь. Блин, 500 и 100. Эх, не 3D вселенная. Ну 500 как будто слишком много, да, давай пока сотку. Ну окей, давай сотку, окей. Назовите самую дорогую недвижимость в GTA 5. Да сейчас еще, ёперный-боберный этот GTA 5. Играл, конечно, я в эту GTA 5 довольно-таки много. Часов 900 точно. Дам, онлайн, естественно. Дам подсказку. Ладно, давай какую-нибудь подсказку дам. Это... Скажем так, это не недвижимость, но эта зона, она в Vice City тоже есть. И даже в одной миссии фигурирует. А ты про яхту, что ли? Ну, отвечаешь ты, поэтому какой твой ответ будет? Ну скорее всего, яхта. К сожалению, нет. А Владимир, нет. Знаешь, какая? Блин, не знаю, база какая-нибудь? Нет. Я знаю. Гольф-клуб. Это гольф-клуб, да. Да ладно. Он все время не мог на него накопить. Когда про миссию одну сказал, я вспомнил с Кортезом миссию, когда уезжаешь, я... яхта, наверное. Да, это, кстати, тоже единственное, помню, была недвижка, когда я на сотку прошел пятерку, я ее так и не купил. Да. Ладно, выбирай, Георгий. Так, ну давайте за 400 от 2 до 5. От 2 до 5. Именно в этой номерной части GTA впервые появились автобусные остановки. Рано, Георгий, нажал. Блин. Еще раз. Рано нажал.
Ну, типа Vice City? Номерной части GTA. От 2 до 5. То есть тут... Вот вы и попались. Я буду удивлен, а были ли они в тройке? В двойке. Ну, логично... Ну, пусть тройка, давай тройка, хрен с ним, я не знаю. Тройка. Нет. Фигня, да? На, двойка. Двойка. На, так и думал. Да, двойка. Ну, как-то это... Ну, ничего. Дальше, хорошо, может, лучше вопросы будут. Любимая HD-вселенная за 400. Как назывался фамильный меч главного героя GTA Chinatown Wars? Ну, это... Почему ну... я про Chinatown все? Ну, и, ну, блин, HD-вселенная, мне нужны были вопросы. А что, Chinatown Wars это HD-вселенная считается? Я тоже удивлен, на самом деле. Да, это HD-вселенная. За читермен ты конкретно за 300. Читы за 300. Вопрос со ставкой. У тебя будет номинал, потому что у тебя минус. Денис, если хочешь перебить, допустим, 400, вопрос будет твой. Если не хочешь, можешь Георгию пасануть тогда, чтобы он играл. Окей. Отвечай сам. Да, блин. Давай, Георгий, потей. PS2 и PSP-версия GTA Vice City Stories. Чем отличаются читы? А, ну, наверное, в одну из них надо только номера вводить, только цифры. Я тебе дам еще время подумать. Ну, ты правильно, правильно мыслишь то, что там не душный ответ, а он, ну, общий какой-то. То есть где-то что-то вот изменено в них. Вот что-то где-то. Чем отличаются читы в PS2 и PSP-версиях? Ладно, если вообще не знаешь, давай я... Не против, если я ему 50 на 50 дам выбор тогда? Конечно, без проблем. В PS2 или в PSP-версии читов больше? Выбирай. 50 на 50 чисто. Слушай, ну, PS2 больше. Блин, я пытался. Да, блин, надо сесть. На PSP их больше. Да ладно. Да. Что? Да ладно. Я тоже был удивлен, конечно, когда я увидел. Душка, ладно. Хорошо, я продолжаю душиться. Ничего, дальше будет 3D-вселенная и все вот это. Все отыграетесь. Все как мы любим. Да. Все, как мы любим. Циферки любим от 2 до 5 за 500. От 2 до 5 за 500. Сколько оружий находится в районе парка Бельвиль в GTA 3? Именно не внутри самого парка, а улицы, так скажем. Ну давай, поехали. От 2 до 5. 5? Нет, не 5. Можете попробовать еще. Да, конечно. 2. Ой. Но 2 было правильно. Но текстовый вариант был, да, правильный. Ладно, самое лучшее. Писать, ты же сказал, можно все что угодно, да. Вроде. Ну да, да, да. Ага. Да. Два. Хорошо. Ну, одного минусанул уже неплохо. Поехали, читермен, за 400. Вопрос без риска. Если ты ответишь неправильно, то ничего не минусанется. Но если ответишь правильно, я удвою ставку. Что дает вот этот чит в GTA 4? Хотя бы 2 из 3 пунктов. Я взял не если на там сам... чего-то много, угу. Если там чего-то много, ну угу. Тут как бы можно попробовать догадаться. Да. Ну допустим. Бабки и оружие. И... Ага. Сейчас. А три же можно? Я просто да? Сам ответ не помню, подожди. Я уже забыл. Подожди, нет. Ну если можешь 2 из 3 хотя бы догадаться, можно 3 сказать тогда? Да, можешь, да, можешь, конечно. Что еще могут давать? Бабки, оружие. Ну, допустим. Ну, самое базовое. Ну, ХП больше у тебя. Окей, самое я приму. Базовое. Да. Это ХП, оружие и броня. О, прикольно. А, подожди. Я обещал удвоить. Да, вопросы без риска я обещал удваивать. Так, сейчас, подожди, 200. 600 получается, да? Вот так. Хорошо. Все, окей. Уравнивались. Короче, ребята, ищите во втором раунде вопросы без риска, короче. Слушай, вот это прям неплохо было, я тебе так скажу. Это хорошая идея была. Вот так. Так, моды за 400, погнали. Моды за 400. Глобальный мод на GTA Vice City, по сути, имитирующий Deluxe. Однако мод более известен не добавлением контента внутрь игры, а двумя башнями в районе даунтауна, на которые можно залезть и спрыгнуть. Это душный вопрос, я знаю, потому что с ребятами, с которыми я проверял, они тоже не знали. Это Ultimate модификация. Ты больше всех 100% знаешь про мод, я тебе отвечаю. Я клянусь, больше их не будет, то есть это только в первом раунде.
Мы только все знают только один мод на любую GTA-шку, точнее, на San Andreas. Больше, ну, я тебе скажу, все знают, да, какой. Кофе, да. Так сейчас он и будет. Если он сейчас не будет его за пятихатку, то пак можно выкидывать в мусор. Окей, поехали. Я понял. За 500. Довольно старый мод на GTA Vice City, в начале которого Томми с Лэнсом летят в специальную зону. Попутно у Томми копятся деньги до девяток. Подсказка. Специальное место — это и есть название мода. Это чисто... 54. Ну, почти. Это тюрьма. Но, кстати, тюрьма — это военная база, поэтому я бы военную базу тоже принял. И последний вопрос. Он сейчас автоматически выберется. 4 за 500. А, тут надо... Сейчас. Таймер появится. Я даю вам время подумать. Короче, смотрите, это как от 2 до 5. Один из этих читов лишний. А, если... Это San Andreas. Это San Andreas, да. Если вы, в принципе, рандомом угадаете, какой лишний, я все равно приму, да, если правильно. Я могу уже на него ответить, по идее. О, да, давайте. Не гуглить там. Не-не-не, дайте Владимиру ответить. Все, я убираю галочку. Давай. Так, ну вот первые три — это на оружие, а последний лишний. Он вроде на джетпак. Нет, но давай один из трех, еще я тебе дам шанс выбрать. Серьезно? Да, ты прав, то, что тема связана с оружием. Да, три этих чит-кода дают оружие, но один из них не дает. И вот это один из трех первых. Так, значит, второй не дает. Блин. А, ну ладно, давай еще последний шанс. 50 на 50. 50 на 50, давай. Да ладно. КДЖК или OneRail TV? Ну точно, тогда третий. Вон, OneRail. Окей. Ладно, ну я уж... Ладно. Слушай, остальные три были на оружие? Вот. Да, остальные три оружия дают. А он, по-моему, убирает именно перезарядку. Так, ну первый раунд кончился. Это, ну, такая разминочка, знаете, все дела. Очень легко. Да-да. Окей, теперь второй раунд. 3D-вселенная, концовки, персонажи. А ты, когда радио слушаешь, тоже диджеев гуглишь? И банды. Ну, я думаю, здесь нет смысла объяснять темы. Кроме диджеев, сразу говорю, эту тему... Можете избегать, потому что там будет имя диджея, и нужно назвать радиостанцию, на которой он вещает. Можете, в принципе, назвать GTA, то есть неважно. Ладно, если радиостанции не знаете, фиг с ней, назовите GTA, я приму. И выбирает Владимир, у него меньше всего покачков. А, именно в этой концовке GTA 5 в титрах играет песня Chain Gang of 1974 Sleepwalking. Вот, блин, в концовке «Спасти обоих»? Нет, к сожалению, это не со спасением. Это с убийством Майкла. Ну там типа один из трех, я поэтому на 200 поставил, то есть, ладно, ничего страшного. Так, ну тогда банды за 200. Именно этими миссиями заканчиваются линии кубинцев и гаитян в Vice City. Можете не название сказать, можете просто сказать, что там нужно сделать. Там взрывается их база. Так. Ну, типа ты ставишь... Я понимаю, да-да-да. Динамит туда-сюда. Так, а у гаитян? И взрывается, а у гаитян... это были... А у гаитян, по-моему, расстрел снайперской винтовки происходит. Да. Все правильно. Да? Да. Nice. Да, все правильно. Помню еще. Хорошо. Прикольно, нормально. Так, персонажи за 200. Персонажи за 200. Там будут картинки. Да, там картинки будут. Назвать персонажа. Если не знаете, кто это, то, опять же, часть GTA я тоже приму. Из GTA 3. Это GTA 3. А персонажа назовешь? Да сейчас еще. Окей, ладно, это 8-Ball. И гуру, который его озвучил, рэпер, покойный свет, к сожалению. А, ну, да, нормально. Так, ну, разминочную проверяем, значит, любимый это... Нет, давай диджеев проверим, короче. Диджей. Иди Поп. Можно назвать радио, можно часть GTA. Это GTA 4, Liberty Rock Radio. Ага. Хорошо, все, узнали, что такое. Нам пишут имя диджея, да? Хорошо. Ну давай, любимый 3D-вселенная за 200. Давайте. В какой части GTA впервые ввели функцию пропуска поездки, не считая метро в GTA 3? То есть, сейчас, подожди. Это вопрос с подвохом, потому что... Это... Сейчас, ладно, я скажу, что... То, о чем ты, может быть, подумал, может быть еще неправильным ответом. Типа... Так, пропуск поездки. Конкретно именно, когда ты миссию начинаешь? Вообще любой пропуск поездки. Сейчас там какая-нибудь... Но не считай. Вай Сити тогда. Вай Сити? А конкретно знаешь, какой там был пропуск? Ну смотри, пропуск? Ты, допустим, миссию играешь, так. Умираешь, так. И там такси подъезжает, тебя довозят до миссии. Просто... Ладно, слушай, силен. Все, просто... Красава. У меня нет слов.
Я недавно видос об этой теме делал. Вова, тем более. GTA 2. Хорошо. Так, слушайте, хорошая, блин, тема. Любимая 3D-вселенная за 400. Мы все уходим в отрыв. Но это вопрос со ставкой. Ага, я сам себе, да? Ну, перебьёт, что ли? Ты можешь... Ну, короче, с тобой только Георгий может состязаться. Но у него 800 лимит. Если поставишь 800, то ты будешь отвечать. Но если ты хочешь дать ему шанс сделать ва-банк по 3D-вселенной... Ну, это тоже для него сильная тема. Тема хорошая, отвечай. Сам отвечай. Ну, давай! А, ну, поехали чисто на полный, окей. Итак, вопрос. Каким образом можно понизить мускулатуру у Си-Джея? А, ну ёлки-палки. Это изи же. Бегом, плаванием. Нет, окей, я понял, о чем ты. Сейчас, я сейчас немножко докручу. При каком определенном, скажем так, параметре она понижаться начнет? То есть, то, что ты назвал, да, физкультурой заниматься, ну да, это правильно. Но что еще ты забыл? То есть, что-то должно быть в нуле, чтобы мускулатура понижалась. Я тебе, если что, накину. Блин, ладно, тут уже скипнулось. Блин, надо было паузу поставить. Да, я вот именно хотел до этого донести, что именно полнота у тебя сначала уходит, потом мышцы. Я тебе дам очки, да, потому что, ну, фактически, да, ты правильно, конечно, ответил. Я просто начал сдалека. Окей, ладно. Окей. Ну, фактически, да, правильно. При нулевой полноте. Выбирай. Иду дальше. Концовки 400. Концовки 400. Напомните, какого антагониста убивает Тони Сиприани в финале Liberty City Stories? Блин, наверное, это душный вопрос. Окей, ладно. Liberty City Stories один раз только играл. Окей, ладно. Это, ладно, извините, это душно было. Окей. Нормально. Так, по порядочку. Персонажи 400. Персонажи 400. Вопрос со ставкой опять. Да, что ты. Но это уже персонажи. Подождите, по-моему, этот вопрос я как раз Владимиру хотел адресовать, но, блин, у него очков не хватает, чтобы, наверное, сыграть. Ну, ладно. Ну, ладно, решай сам, сколько хочешь. Ну, если хай 100 поставит, он же может сыграть. Ва-банк, ё-моё. Я же могу, по сути, часть назвать просто, да? Или как? Нет, тут уже персонажа надо назвать. Блин, это тот чел, который дает нам уникальные эти запчасти. Подождите, я обязан спросить. Володь, ты знаешь, как его зовут? Омега. Да блин, ну! Ой, да, отвечаю, Омега. Ну, ты знал или не знал? Ну, нет, я не знал. Окей, ну тогда мне придется минус нажать. Да, это Омега. Да. Окей. Фэйрплей. Блин, Омега. Да, это, Володь, в следующий раз лучше да нет, тут отвечай тогда. Ну, это потому что это сильно было. Ну ладно, окей, да, это Омега был. Так, давай банды за 600. Банды 600. Что делать? Это вопрос с секретом, его можно отдать. А, окей. Так, отдадим. Отдадим. Так. Вот у кого всех меньше очков. Окей. А у меня всех меньше очков. Да, теперь уже да. Ну, опять же, минимально-максимальное, но я буду, если что, направлять, то есть без проблем. Я уже понял, что мне надо вам как-то подсказывать иногда будет. Минимальное, окей. Какое вооружение имеет колумбийский картель в GTA 3 до и после прохождения сюжетки? Смотри, в принципе, можешь назвать... Ну, в общем, пару оружий, может, три назвать. Если попадешь в какое-то, то, в принципе, я зачту. Если только ты помнишь оружие в GTA 3. Блин, колумбийский картель. УЗИ у них, так, возможно. Так, правильно. Еще, может, назовешь? ПП какой-нибудь. Не, ПП это там УЗИ именно. То есть оно без категорий. Но еще знаешь какое-нибудь одно? Блин, нет. Окей, я зачту, потому что, да, с УЗИ ты угадал. Это до финала, а калаш после финала у них. Вы там не пугайтесь, я вам, если что, тоже бы подсказывал. Я бы пистолет сказал. А, ну, так. Блин, да сильно. Я бы М4 сказал. Хочется попытать удачу с концовками на 600. Концовки. В каком районе Vice City Stories происходит финал игры? А, ну нафиг. Капец, серьезно. Это даунтаун. Даунтаун, центр города. Ну ладно. Так, я понял, я назову этот видос самый душный пак по GTA, короче. Слушай, а ты все вопросы сам делал, или ты какие-то готовые взял? Нет, это я сам все делал. Прям все с нуля. Я больше половины вопросов в пути сделал, то есть когда в маршрутке катался, я с телефоном сидел и вспоминал вопросы, какие можно составить. Много сторисов у тебя, да, здесь именно этих. Так, давайте возьмем банды за 400. Банды 400. На какой улице располагается склад Риф, который Си-Джей взрывает в последней миссии в Сан-Фьеро? Ну, мало ли, может, вы помните такую. Это Доэрти. Доэрти. Собственно, где и находится гараж у него. Вот. Угу.
Ладно, душном. 3D-вселенная это вот старые игры, да? Это тройка, Vice City, San Andreas и... Ну, вроде все, да? Да. Так, туда лучше не лезть. Ну-ка, будем дальше грабить концовки. Я, если б знал, я бы, честно, в HD просто побольше бы тогда вопросов взял. А, это вопрос с секретом. Вопрос нужно отдать. Вопрос нужно отдать. Так, ну вот я пасую опять, у кого меньше очков. Так, Денис, тема концовки, минимум или максимум? Так, то есть вопрос с секретом. У меня же 0, почему пишет 200? Это ты можешь выбрать минимальную или максимальную ставку. 200, окей. Осторожно. Сколько минут дается Майку из GTA Advance, чтобы убраться из города? Господи Иисусе! Я могу намекнуть. Тема от 2 до 5. А, настолько? Ну, я решил так как подсказку дать, да, потому что знаю вопрос душный, но я типа скажу, окей, от 2 до 5. Ну, давай 5. Так. И вы охренеть, но правы. Вау! Да, это 5 минут. Что это за игра? Я ее проходил на канал 6 лет назад. Не, это на Game Boy Advance, короче, GTA была. Охренеть. Ее больше не будет, клянусь. Вроде бы, блин, ну ладно. Надеюсь. Так, персонажи пропускаем. Сложно что-то там, омега всякие сидят. Ага. Давайте любимая 3D-вселенная за 600. А сколько единиц составляет максимальный уровень владения оружием у Сиджея? Именно в статистике. Киллер. Офигеть. Там есть... Да ёперный боберный, кто ж туда заходил? Одна тысяча ровно, да. Блин. Окей. Так, любимая 3D-вселенная за 800. Продолжаем. На какой фильм разработчики Liberty City Stories сделали отсылку в миссии с убийством Винченцо? Она... ЛСС. Пусть будет Крёстный отец. Дам подсказку, это... Блин, как это же она фильм называется? Нет, это не Крёстный отец. Это... ну, короче, старые ужастики. Прям старый, 70-й год вообще. Но он очень культовый, и его все знают. Просто попробую угадать. Да, это который убийство на улице Вязов, не убийство. В ту сторону, но пораньше. В ту сторону, правильно. Но пораньше чуть-чуть. Может, додумаешь. Может, это другой ответ? Сейчас, подожди. Но если ответа не будет, да, то можно будет. А, окей. Ну, что там в 70-х из ужастиков выходил-то, ёперно-боберное. Про Вязов я помню, Фредди Крюгера помню еще. Фредди это 80-й. Но это не он. Но это не он, да. Это я понял. Ладно, прости, Георгий. Ну не-не-не-не, я без проблем. Так, Денис, сейчас нажмешь, да? Ага. Давай. Да. Может быть, пятница 13-е? Еще пораньше. Ёлки-палки. Я фигурю, это бушка. Не, пятница 13-е. Нет. Да, давай. Еще пораньше. Ну давай, вспоминай. Блин, я бы дал подсказку, но это за 800, но я и так как могу, типа, пытаюсь. Не-не-не, тяжело. Нет, ну реально тяжело. Я почему-то сразу Крёстный отец подумал, не знаю почему. Ну, просто не, ну, типа... вот так. Сейчас что-то максимально очевидное, да? Да, это очень очевидное, но просто, наверное, вы из всех вот этих линеек пятница 13-е, Хэллоуин, вы просто не вспомните ее, но это классика, типа, да. Так, посидеть часов, вспомним, наверное. Как сложно. Это что-то очевидное, капец. Это что-то очень, на самом деле, очевидное, да. Но не пятница 13-я. Не знаю я. К сожалению. Это техасская резня бензопилой. Да ну нафиг, блин. Да. Жесть. Первая часть 70-х вышла. Да. Ладно. Так. Закапывать себя дык. Максимально. Так, все, я начинаю подсказывать по полной. Каким образом можно выкурить Леона Маккефри в миссии Silence the Snake в GTA 3, кроме броска гранаты? Это где в окно ее кидаешь, и мужик выезжает. Ага, так. Базука. Кстати, интересный прикол, я не проверял на коктейле Молотова никогда этот момент. Если зрители напишут, что еще Молотова можно, то супер, потому что я не проверял. Слушай, ну... Что-то как-то странно, этот закосали, а тот... А мало ли? Все пробовали в детстве, я думаю, всякое делать с этим окном. Не факт, не, я в GTA 3 вообще где-то в 2010 году в первый раз сыграл, да. Я прям очень долго не знал о существовании. Давайте подушки пройдемся, а то осталось, ЖФ попробуем. Лазло. GTA 4. Ага. И в GTA 5 он есть. Нет. Насчет GTA 5, окей, но именно радиостанция, да. В пятерке он уже как отдельный персонаж был. Так, блин, радиостанция.
Слушай, а он в GTA 4, в GTA 5 на одной радиостанции работал? Это не HD вселенная. Да? Да? А ну. На туре? Да? Короче. Ну, ты можешь назвать часть GTA. КДСТ, как-то так, наверное. Как там? КДСТ. Ну, это San Andreas, но в итоге нет. Давайте, давайте, я подскажу. Это Vice City и тройка. Ирак? Да, на Верок лазло, да. У него имя чисто рэперы, какой Верок. На КДСТ этот Axl Rose из Guns Roses ведущий. Я помню, как вот, на нём пенис. Вот это чисто, да, мне на интруху сейчас было сказано чисто для выпуска. Да, да, мы специально молчали после этого. Так, ладно. Георгий выбирает. Диджей душные, персонажи трушные. Поехали. Персонажи. Назовите... Окей, ладно, ладно. Ладно, ладно, раз уж я накосячил с фото, назовите любого из двух. Ну, все Вэнс. Но это левый, правый это главный герой в этой Vice City Stories был. Опять Stories. Ну ладно, Вэнс... ладно. Я накосячил. Виктор Вэнс там. О, вопрос список. Давай, ну, давай, случай... что-нибудь интересное. Каким образом главный герой GTA London 69 расправляется с близнецами в финале игры? Каким образом? Но напоминаю, вопрос... Ой, как хорошо, что ничего мне за это не будет. Так, Лондон 1969, она вышла после GTA 1, да? Если да, ты ответишь правильно, то я удвою, соответственно. Я тебя прекрасно понял, и поэтому ставки высоки. А что же мне нужно ответить, если я в это не играл? Хотя... Ну, я дам подсказку... Смотрел я у тебя прохождение. Я дам подсказку, так как это, ну, первая часть GTA, ну, дополнение к ней, то ответ, на самом деле, довольно очевиден, учитывая, что там, ну, технологичного ничего не было в этих частях. Тебе просто нужно назвать способ. Не, ну очевидный. Очевидный. Ну он грохнул просто. А каким образом? Тут вопрос, каким образом? Ну офигенно, задавил ее. Задавил. Ага. Нет, это неправильный ответ. Да как... ладно, ну серьезно? Он что? Их взрывает, а, взрывает в машине. Ага. Серьезно, это так было? Да. А кто не знал, запилу и разрубил, не знаю. Там. Никто не знал. Вообще. Не, ну если очевидно, то это задавил, а ну, грохнул. Ну, не, ну я хотел, я бы гадал на взрыв, но это чисто... Половинку. Половинку бы зачел хотя бы, он же и грохнул. Нет, я полностью зачел, да, все как надо. Потому что, ну окей, типа. Так уж досталось. Георгий, выбирай. Так, по бандам что-то там непонятное, поехали. Банда за 800. Банды 800. Эта банда в GTA 2, возглавляемая Жирковым, пытается держать контроль промышленного района в городе и руководит районом Маленький Крым. Обалдеть. Но я взял самую очевидную банду, как мне показалось. Ну, русская мафия, да? Вот эта вот. Неужели? Неужели? Нет? Да, русская мафия. Вау. Ага. Ну, типа... Неплохо. Почему нет? Персонажи 800. GTA 5. Блин, рано, Владимир, рано. Еще раз. А. Кто понял. Так, их зовут Джой Джозеф. Вообще все. Все как надо. Да, на это нажимай отправить. Угу. Они же русские. Один нет, второй. Они, да. Они очень смешно разговаривали по-русски. Да, я не сильно шарю, конечно, за лор пятерки, но они, по-моему, такие псевдо. Один такой на псевдорусском говорит, а второй типа контролирует мигрантов или что-то такое. Ну да. Вопросы мне. Я выбираю вопросы. Угу. Так, ну на персонажах раз везет, давай за штуку вскроем, кто там. Персонажи. Часть GTA 2, да? Ну тут можно часть, да, называть. Ой. Ну это там 3D Advanced была. Не знаю, для меня это GTA 2, как будто вот этот слева ролик, там вот эти ролики снимали кинематографичные, хрен знает. Так, GTA 2, короче, да? И вы полностью правы, это Клод Спит из GTA 2. Отлично. Да ладно. Именно так он выглядел, да. 600. Мэри Бет Мейбл. Можно назвать часть GTA. Мэри Бет Мейбл. Привет, с вами Мэри Бет Мейбл. Я похоронила уже своего 9-го мужа. В натуре, GTA San Andreas. И так. Это даже Кей Роуз. Вопросов нет. Вопросов нет. Тоже видос был об этом. Да, это GTA San Andreas, Кей Роуз. Да. Так. Так, идем дальше. Банды... Нет, не банды. Давайте опять диджея за 800. Диджей. Диджей Майкл Хант. Можно часть назвать? Не знаю. Это, кстати, самый первый, кого вы слышите в ней. Это GTA 3 Head Radio. Ну. Ты когда в машину садишься, он такой: This is Head Radio. И там дальше. Давайте уж добьем эту
Давайте. Категорию. Давайте. Страшно. Вопрос со ставкой. Сейчас начнем. Диджеев, да, давайте сами играйте. Ну, в принципе, Владимир, если не хочешь, можешь пасануть, потому что, да, Денис за 1000 минимум играет. Георгий, можешь попробовать перекупить. Не, сами там. Ты бы спросил, какое радио ты впервые слышишь, когда заходишь в GTA. MC Codebreaker. Можно часть назвать. Breaker, Codebreaker, что-то такое. Как будто GTA 4. Хорошо, я дам тебе еще одну попытку, подумай. Это, наверное, лучшая радиостанция вообще для серии GTA. Ты когда в нее садишься и включаешь, у тебя будто тачка быстрее едет. По ощущениям. Лучшая часть GTA. Блин. Это шикарная радио. FM. Я еще помню в сетке комментариев. У меня лучшая GTA это San Andreas, так что давай. San Andreas все-таки. Да. Но, к сожалению, нет. Это MSXFM из GTA 3. Это чел, который 20 минут не затыкаясь базарит под drum and bass. Окей, и последнее. В одном из последних обновлений GTA Online эта банда стала распространять вещества на фургонах, а также названием она сильно косит под один из общепитов GTA San Andreas. Дурилы как-то они называются, фрики. Ой, блин, а на английском нет названия? Блин, на английском не скажу. Помнишь какие-нибудь общепиты из Сан-Андреса? Где Карл, типа, поесть мог? Клакен Белл. Слава тебе, Господи. А ладно, закосай. Да. Нифига себе. Ну, я просто в GTA Online лет 5 не заходил, но я увидел эту обнову и думаю, неплохой вопрос, мне кажется. Банда называется Клакен Белл? А нет, так, стоп. Так, товарищи ведущего начинают затыкать. Ну-ка, это, расскажи, если я что-то неправильно понял. Не, я не понял, что... Я так и не понял, о чем мы говорим-то. Просто я видел, что добавляли обновление недавно в онлайн. Оно прям называется Клакен Белл, типа. Может, я правда не понял, как именно. Подожди, банда... Подожди, вопрос был про обновление или про банду? Вопрос про обновление был, вообще. А, как называется обновление? Угу. А, я, видимо, его не так понял изначально. Но ты в любом случае, я думаю, понял суть, короче, о чем был вопрос. Да-да-да. Ну окей, ладно. Так, третий раунд, давайте паузу поставлю. Здесь не любимая 2D GTA, сразу понимает. Я не эксперт, но конкретно шарю. Это рандомные вопросы по серии GTA вообще, но они будут чутка душноваты. Ачивки по обложке, там разберемся, я все равно вам буду, если что, подсказывать. GeoGuessr по GTA San Andreas, там будет фото и вопрос. Если назовете, то отлично. Да, нет. Со знаком вопроса. Ответ либо да, либо нет, либо... Походу разберетесь, короче. И так, у нас выбирает, по-моему, Денис, правильно? Да. Ага. И я вам, кстати, если вы не поняли, да, я расскажу. В каждом, по-моему, столбике есть вот этот вопрос без риска, там вопрос со ставкой, вот это все. То есть можете пытаться искать их. По одному в каждой строке он есть. GeoGuessr по GTA San Andreas за 300. Я так и думал, что с этого начнется. Да. Как называется локация, в которой мы можем подобрать подкову на въезде в Лас-Вентурас около самого столба, вот у этого? То есть, что на карте вон внизу в этот момент показывается? Около Лас-Вентураса. Ёшкин, матрёшкин. И там показывается Лас-Вентурас! Хо-хо! Действительно? Да-да-да-да-да. Хорошо. С ума сойти. Ну так уж. Так. Я не эксперт, но конкретно шарю за 300. Так. Сколько типов магазинов одежды в GTA 4? Именно не количество, а типов названий. Ну, название не обязательно, но типа просто сколько их? Три. И вы, Георгий, конечно же, правы. Это русский, Модо и Персеус. Да. Хорошо. Ну, вроде не так душно пока. Чекаем, чекаем, что мы чекаем. Мы чекаем, да нет, мне нравится. Да, да нет. По умолчанию в машине Свита играет радиостанция CSR 103.9 FM. Да или нет? Или знак вопроса? Что на Андреас, кто вчера играл, давайте. Нет. Вы не правы. Это правда. А можно да сказать? Блин. Там нужно прям быстро было, да, успеть нажать. А можно бы, да, успеть? Да, можно было бы, да, успеть. Ну тогда... Но это будет любимая тема, видимо, да? Тогда нелюбимая 2D GTA за 300. О, нет. Что дает за сбор всех токенов GTA 2? Это бонусные уровни. Но я написал нелюбимая 2D GTA. Хорошо, ну поехали тогда за 600, нелюбимый. А, нет, давай нелюбимый 2 GTA за 600. Окей.
Сколько нужно набрать денег для прохождения всех трех районов в GTA 2? Подсказка — это сколько-то миллионов. Ну, циферка. Один, три и пять. Суммарно, 5. Ну, суммарно 9, то есть. Мне нравится, за 900 нелюбимые 2 GTA. Сейчас нарвешься. Блин, нарвался. Да ну! А я предупреждал. Я предупреждал. Блин, да. А нет, я искал другой, ты же знаешь. Не, ну, Георгий. Какой я искал? Не, ну, я считаю, справедливый Георгий самый старший из нас, поэтому ладно, 2D GTA как бы... 2 GTA номинал. Номинал. Владимир, будешь да. перекупать или нет? Нет. Окей. Итак, Георгий ультует. 2D GTA. Ну, давай, поехали. Маскот GTA Лондон. А как его зовут? Подсказки будут или не будет? Точно. Мне кажется, если я начну... подсказывает, то я даже никак не вывезу вообще это. На букву S? Окей, я могу подсказать, окей. Ты можешь сказать, кто был прототипом этого персонажа по фото? Ну, типа, тут можно додумать, учитывая, что это Лондон, и в целом, как он выглядит. Сэр. Так? Сэр. Сэр, правильно, уже. Сэр. Кого там она посвятила? Пол Маккартни, ёпта. Я засчитаю... Сейчас... Не, зрители, конечно, будут бузить, это понятно, но это душный вопрос. Да, это душный вопрос. Ну, типа... Не, знаешь, я тебе признаюсь, первое, что я подумал, что это даже не Лондон, что он очень похож на Пресли. Ну, насколько я помню, он, в принципе, смесь Леннона и Маккартни. Ну, то есть больше от Маккартни ему, по-моему, досталось. Ну, ладно. Окей. Я просто по виду, по очкам как-то, по прическе думал, блин, вообще с Лондоном никак не связал этот вопрос. Ну, я когда это совал, думал, что кто выкупит, тот и обделается потом, короче. Так и, ну, по сути, тяжело было, реально. Ну, ладно, окей. Спасибо за подсказку. Любимая 2GTA. А что, автоматом само выбрался? А, окей. Вопрос с секретом. Кому вопрос отдадите? Придется отдать. Ну, это что за вопрос? Какая тема там была? Я не эксперт, но конкретно шарю. То есть, типа, рандом по рандомный полной программе. Рандомный вопрос в по логике. В рандомах по полной программе у нас точно геймер тех шарит. О, ну все. Оу, щит. Сейчас будет, кстати, смешно, если я туда реально вопрос, допустим, по пятерке или по четверке сунул. Окей, минималка. На каком по счету чекпоинте в миссии водитель в GTA Vice City за вами будут гоняться две звезды копов? Даю подсказку, опять от 2 до 5. Так, тогда они будут гоняться на третьем. Окей. По-моему, да. К сожалению. Нет. Нет? Нет. На четвертом. Ага. Но было близко, окей, ладно. Ну, главное, что минималка, это окей. Ну, неплохо, интересно. Я, кстати, тоже бы тройку сказал бы. Угу. Так, я теперь выбираю. GeoGuessr это не знает, это не надо, наверное. Сейчас, давайте сейчас... да нет. За 600. Окей. Тут хотя бы порандомить можно. В первый список угона Sunshine Auto в GTA Vice City входит Esperanto. Да или нет? Фу. Да. Отправляй. И вы полностью правы. Да. Хорошо. Пошло. Нет, теперь Георгий выбирает. Так. Ага. Сейчас. Так, ну вопросы со ставкой здесь точно не будет. Нелюбимая 2D GTA. Да? А ну да, здесь уже не будет. Назовите хотя бы три радиостанции в GTA 2. Кстати, на самом деле в 2D вселенной недооцененная радиостанция. Я бы советовал послушать. Ну ладно. Ну типа их тут много. Хэд-радио были. Да, хэд-радио были и дальше. Угу. А все остальные как будто не были дальше. Да, хорошо. Окей. Так, ну попадем, не попадем. Нелюбимый 2D GTA за 1500. Ну, здесь уже, да, ничего не будет. Назовите все бонусы в GTA 1. Никто не знает. Ну, типа... Да. Выход из тюрьмы, полицейская взятка, ускорение, мультиплеер, да. Там. Я не эксперт, но конкретно шарю за 600. И с этой радиостанции GTA Vice City вырезали трек Lionel Richie Running with the Night на PS2 версии. Назовите радиостанцию. Флэш. Ну, флэшбэк. Нет? Ну, флэш. Флэш. Угу. Да, правильно. Да. Я об этом узнал только в этом году, кстати. Ну, ладно. Так, я не эксперт. Надо искать, шарю. Короче, угу. Что-то, чтобы Дениса вытащить из минуса. Ага. Yeah, я не эксперт, но конкретно шарю. Фиксированная максимальная сумма в ограблении Pacific Standard в GTA Online. Информация была... Миллион... Давай. 1 250 000? Да. Притом, я, наверное... Вы знали, кстати, кто-нибудь из двух? Из вас? Я бы не сказал такую сумму. Я даже накину, потому что я на самом деле...
брал инфу от марта 15 года, но ты прям точно назвал. То есть, если бы ты где-то, ну, лям хотя бы назвал, я бы тоже принял, но просто принял. Потому что... Он вчера бабло фармил только 100%. Готовился. Они уже не фармят уже давно, я думаю, да? Владимир выбирает. Да, а, точно. Вот ачивки по обложке мы ни разу не вскрывали за 300. А, да-да, давай, давай. Ой, 100 долларов. Ой, сотка. То есть, это GTA 5, наверное. Это GTA 5 на 100%? Я поставил на 300, чтобы запутать. Давай я тебе дам еще один шанс. Но я думал, что все победят. А, это сотый уровень в GTA Online тогда? Да, сотый уровень в GTA Online. Ну, а я бы сказал, сотка в GTA 4, на самом деле. Но я бы все равно потом как-то подсказал. Бил, да? Так, опять да. Угу. Так, ну ачивки по обложке опять. Здесь, опять же, если назовете часть, я могу, в принципе, зачесть. Но если назовете, что надо сделать, я удвою, опять так. же. Так, это случайно... Блин, это GTA 4? 100%. Да, но если вспомнишь еще, что нужно сделать, я удвою даже очки. Ну, можно, мне кажется, по обложке. Это на заднем колесе? Ну, отправляй. Ну, стандартно. Ага. Да, и типа... да, я удваиваю. Логично. Это Вилли, да? Очевидно. Вилли. Очевидно, слава богу. Да. Вилли вышел 4. Уже хорошо. Так, ачивки по обложке, давайте. Хорошо идет, но теперь вопрос без риска. Забрал мое, блядь. Если ответишь правильно, я удвою ставку. Но тут ты попал, конечно. Ах, такс. Это GTA San Andreas. Очевидно. Ачивка. Так. Ачивка, блин, она... Что-то связано с машиной. Раз он ничего не теряет, как-то можно? А, нет, нельзя. Нет, уже нельзя. GTA San Andreas, может быть, это типа в самом начале она получается, нет? Так, я на паузу поставлю, чтобы ты точно ответ додумал, да, и сказал потом. Ну, типа, условно, ты знаешь, вот приезжаешь там на Grove Street. Нет, смотри, я тебе и так зачту, потому что я сказал часть, да, можно назвать. А, часть. Но если ты мало ли как-то додумаешь, что нужно сделать, я, естественно, удвою очки. Не знаю, я понял, это выиграть миссию лоурайдеров? Победить в ней. Так, я снимаю с паузы. Окей, нет, ты не прав, это экспорт-импорт. Но так как часть ты назвал, да, поэтому я оставляю. Окей. Такая картинка. Да. Так, давайте GeoGuessr. GeoGuessr. San Andreas. В каком районе игры находится испытание на BMX в Лос-Сантосе? Ай! Ну, то есть GeoGuessr, что там внизу справа, да, появляется. Сильно. Это парк в долине. Парк в долине. Да. Надеюсь, я не напутал. Окей. Я бы просто район Балласов сказал бы вот так. Ну, логично. Рядом с больничкой я бы назвал. Рядом с больничкой, да. Так. Так, выбираем. Давайте дальше GeoGuessr GTA. В каком районе округа Бейсайд находится этот дом для покупки? В каком районе? Угу. Ну, то есть, что внизу справа вот подписывается, когда в район въезжаешь. А вот это вот пишется. Правда, скостилась, блин. Понятно. Так, ну давайте да нет с вопросом. Отлично. 900. При прохождении таксиста в GTA San Andreas клаксон позволяет использовать нитро. Так. Нет. Я помню, что левую кнопку мышки нажимаешь и прешь. Значит, нет. И твой ответ нет. Ну, 100% нет. Хм. Что, клаксонить можно на этот... А левую кнопку мышки? Да ладно, ладно. Конечно, это правильно. Потому что... Нормально всё, нормально. Именно не на клаксон, да, на левую кнопку мыши это делается. Все, я помню, да, хорошо. Адбе. Так, ачивки по обложке, антирапырычих-пых. Угу. Я не эксперт, но конкретно шарю. Очень мне нравится, поехали. Сколько стоят черные стандартные кеды CJ в GTA San Andreas? Слушай, $1, наверное, ребят. Не, полтинник. А нет, 50, блин. Я думал, они чисто, ну, такой смешной будет ответ. И просто ставка нет, и 50 нет, на 50. Нет, ну, ладно, окей, да, окей. А здесь... Это вопрос со ставкой и 50 на 50, правильно же у нас, да, нет? Да, все правильно. Тема... 100%? Ты точно не обманываешь? Нет, тема не меняется. Да, нет, знак вопроса. Все как обычно. Верчу. Ё-моё, ва-банк! Итак, играем с Георгием за 500. Количество миссий на казино 4 дракона... который желтенький значок, меньше, чем количество миссий по ограблению казино Калигулы. То есть там в казиноче желтый значок с драконом и зеленый с ограблением Калигулы. Вопрос в том, что желтеньких миссий меньше, чем по ограблению казино. Угу. Их больше, желтеньких больше. Ну, ты отправляй, да.
То есть больше. Окей. И вы не правы. Да ладно, блин. Их одинаковое количество. Потому что... Нет, подожди, это что за подлог? Потому что я сказал, что тема... Тема вопроса... Да, нет, знак вопроса. Да ты куда? Ну нет, я специально взял 50 и 50. На это все... На это все и рассчитывалось. Да, нет. Со знаком вопроса. Ответ либо да, либо нет, либо... Походу разберетесь, короче. Что это такое? На это был сделан упор. Это реально дупило. Вот это скам конкретный. Ой, ну все, все. По программе просто. Все, извините, извините. 1500, да нет. Знак 1500, да нет. 1500, да нет. Чань был убит раньше Джоу в GTA Chinatown Wars. Джоу Чанг, да? Там речь о Джоу Чанг. Чин Чан Чоу. Нет. Все понятно, хорошо. Просто нет. Хорошо. Вот на это я и рассчитывал, понимаешь, а ты за своим вопросом. Ну что это за бред, ребята? Ладно. Хорошо. Ачивки по обложке. За 1200. Красивая обложка. Красивая обложка. Ну, на этом все. На этом все. Нет, я имею в виду, что на этом и все. Это платина в GTA Vice City. Но я когда играл с товарищами, мы все-таки решили, что если бы вы сказали 100%, я бы все равно засчитал. Потому что, ну, формально, можно сказать то же самое. Да. Типа 100% это было. Ну, ачивки по обложке 1500. Угу. Ну, 1500. Вот она, 1500. GTA 3 очевидно, да? Да. Это Street Sweeper. Это просто убивать членов банды, все. Догадаться тоже, ладно. Хорошо, GeoGuessr 1200. GeoGuessr. Вопрос с секретом. Так, у нас лучше всех разбирается хай по GeoGuessr, поэтому отдаем GamerTech. А, понятно. Отлично. Ну, значит, ставочка будет минимальная. А я беру минимальную ставку, как обычно. Назовите все четыре места, в которые Каталина и Карл грабят людей по сюжету игры. И сейчас Денис такой сидит и чисто краснеет. Я некоторые места знаю, но не факт, что все. Там какие-то деревни глухие. Да, там... Жизни не назовешь. Он только деревни грабит, по-моему. Ну да. Давай, ну хотя бы одну вспомнишь? Хотя бы одну. Да. Мало ли. Не, вообще нет. Вообще нет. Ну ладно. Я куда ехать, мы знаем. А ну, Денис, а сколько сможешь назвать? Монтгомери, Паламино. Так. Блубери и Делимор. Блубери, да. Да. Я вообще думал, вопрос, правда, тебе достанется, ну ладно. Так, и последний вопрос. Стоп! Перед тем, как вы его прочтете, я накину Георгию хотя бы 1000, потому что с нулем он финал не стартанет, а финал надо всем вместе. На какие две локации делятся обе части авианосца в миссии «Вертикальная птичка» в GTA San Andreas? Сейчас объясню. Это когда ты подплываешь к передней части, там на карте будет одно название, а когда к задней, там будет другое, вот, типа. Я тоже это помню, но название... Но это полторы, это душный, да, вопрос, окей, это душный вопрос. Ну, в общем, разыграли более-менее, слава богу, что в минусе ты как таковом никого не было, вот, и теперь играем в финал. Объясняю правила финала, если вы не знаете. Сейчас вы по очереди будете убирать тему, которую вы не хотите играть в финале. То есть последняя тема, которая останется, ее будем разыгрывать. Вот. Mm-hmm. Первый убирает у нас... Так, то есть вот так, первый Георгий. Георгий, какую GTA терпеть не можешь, не хочешь играть в финале вообще? Тот, кто уберет GTA Vice City, тот мне не друг, сразу говорю. И кто уберет GTA 5. Да, и GTA 5 тоже нельзя. Так, теперь Денис убирает. Так, ну GTA 2 очевидно. Очевидно. Так, Владимир. Так, давайте, смотрите, вот Vice City любит Георгий, San Andreas тоже любит. Давайте, может, четверку уберем? Да, она душная. Да, четверку уберем. Решайтесь. Но, к сожалению, в конце останется только одна. Ай-яй-яй. Кто-то будет не друг, кто-то будет враг. А дальше думайте. Ах. Чей ты друг, Хай? Чей ты друг? Сейчас... В себя стрелять, что ли? Может, монетку подбросим? Вот, сделай этот что-нибудь, да. Давайте на рандоме вот просто. Я могу, кстати, нажать, у меня есть кнопка зарандомить. А давай, давай. Окей. Не-не-не! А, ну давай. Сандрас. Ну, ладно, понятно. Ничего страшного, мы же все будем. Так, я выбираю. Все. Давайте я тоже я подкину монетку сейчас. Не, Владимир, сейчас давай ульту и чисто. Я Сири попрошу. Подбрось монетку, Орел GTA 5. Так, сейчас пусть будет. Орел GTA 5, подбрось монетку. Решка. Так, тогда Vice City остается, да? Ну, да как хочешь, можешь и убрать ее, в принципе. Да, пусть, ладно. Окей.
Вы делаете ставки. Сколько на финал, собственно, готовы отдать? Это что значит? Сколько очевидно. Очков? Сколько очков, да. То есть, если неправильно ответишь, сколько ты потеряешь, если правильно, сколько получишь. И то есть уже в конце, кто больше наберет, тот и победит. Но так как мы будем... Наверное, мы будем разыгрывать все, кроме GTA 1 и GTA 2, поэтому окей. Да. Что необходимо сделать для того, чтобы люди Sony Forelli перестали воровать деньги в финальной миссии GTA Vice City, кроме их убийств? Я не думаю, что это слишком душный вопрос, потому что там на самом деле очевидная тема, но просто нужно как-то вот мозгами пошевелить чуть. Не-не-не, если один из двух правильный, ты зачтешь, потому что, ну, вроде, как я знаю, два варианта. Ну, смотри, я зачту, который я вписал, то точно, но если ты мне объяснишь там, если есть, как говоришь, второй, хорошо, то почему нет? Так, я написал свой ответ, а что надо было делать? Сейчас ждем. Вы, да, можете написать и это отправить. Ну, если не написали, просто отправляйте, но устно скажете. Блин, я что-то... Так, пришло время узнать. Деньги закончатся, запилить Sony. Это чисто спидран-стратка. Ты, наверное... Блин, наверное, ты неправильно понял вопрос. Я поставлю на паузу. Смотри. А, подожди. Финальная миссия, да. Стоп, подожди, деньги закончатся за период... Нет, смотри, ты неправильно понял. Во время прохождения миссий можно что-то, да, сделать, чтобы мафия перестала воровать деньги. При этом не убивая Лэнса, ни Сони, ничего. То есть просто ты... Так это уточнение уже пошли. Но я уточнил, хорошо, поэтому, может, вспомнишь. Хорошо. Окей. Но я пока думаю. А пацанов мы не будем, да, пока смотреть ответы? Я могу только принять или отклонить твой, поэтому, ну, подумай. Хорошо, пока, сейчас чутка времени мне немножко. Угу. Хорошо. Да, подумай. Ну, что еще можно сделать? Что еще можно сделать, чтобы они перестали воровать деньги в финальной миссии? Можно сдохнуть. Да нет, 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 это... перестанут деньги вороваться. Нет, нет, без вот этого. То есть не надо убивать Sony, не надо умирать, неважно. Это именно нужно вот что-то сделать в этой миссии, и у тебя деньги... ввести чит-код, который делает тебе всех дружественных. Блин, ну ладно, я не могу тогда принять. Не можешь, ладно, хорошо. Ладно, окей. А, так... Денис, стоять на месте. А, чтобы никто не появлялся, это очень сильно. Да. Я это имел в виду. Блин, это очень сильно. Кстати, вот, наверное... Это работает. Вот, наверное, второй вариант, который я не просчитал. Окей, ладно, да, я зачту, потому что я забыл про эту штуку. Да, можно просто стоять на месте, и типа люди перестанут спать. Не, мои варианты тоже работают. Не, к сожалению, неправильный, но вариант, который я именно загадывал... Нужно уехать с территории особняка, и тогда мафия перестанет воровать твои деньги. Георгий, ты будешь спорить или нет? Потому что, ну, ты типа шаришь в Vice City? Знаешь, у нас игра дружественная, все пофанятся. Нет, пришли, я имею в виду, не, я имею в виду, ну ты согласен, да, с ответом, то что, ну типа... Я полностью согласен, окей. Это один из вариантов. Все. Но, конечно, уточнение требовало, да, то есть... Ну, окей, окей, я, ладно, на самом деле тоже все верно назвал, по-моему. Так, ну, так или иначе, поздравляем GamerTech с победой. Если честно, я бы даже сказал на удивление отчасти. Я ответил на один вопрос за всю игру. Ну, просто... Я просто не ставил большой ставок. Просто, понимаете, у меня была проблема. Я, если бы сразу знал, кто будет именно играть, я бы вопросы составил как-то равномерно, да. Но я больше все-таки вот в 3D-вселенную улетал. Ну что скажете? Давайте поделитесь своим независимым мнением, как вам игра. В общем, игра понравилась. Первый раз вообще в такое играл. Все классно, весело, прекрасно. Все, супер. Еще зови когда-нибудь, обязательно поиграем там на стриме или что-то. Без проблем. Очень огромное спасибо. Огромное спасибо, Спектр, что позвал. Есть претензии по вопросам. Да, нет, знак вопроса. Жаль, что так обманул, да, в конце. Жаль, что нету лиги своей игры у тебя. Можно было бы там, ну, типа, повышаться там и до финала доходить за что-нибудь. Очень, на самом деле, по тематике GTA очень интересный вопрос. Миллиард можно вопросов сделать. Жаль, что ты доджишь вопросы по музыке, ну, чтобы без музыкальных, без... Не было ни одной картинки автомобиля, то есть угадать автомобиль. Я, например, готовился очень сильно к этому. Или, например, вот вопрос прикольный был бы, какую радиостанцию вы впервые слышите, садясь в тачку, например, GTA 5 в самом начале, когда садишься. Так, сейчас я тебя перебью сразу. Побольше вопросов про GTA 5 в следующий раз, пожалуйста. Ну да, то есть игра веселая, но было, конечно, сложно. 80% вопросов вообще я не знал.
И мне кажется, можно в дальнейшем сделать более узкие тематики. То есть там не прыгать обязательно там от GTA 1 до GTA 5, сделать, например, куча вопросов по HD вселенной. Вот прям плотно. И тогда можно будет и, как ребята говорили, более разнообразные вещи уместить, потому что у нас будет больше пространства. Там и про машины поговорить, там и про музыку, и про персонажей, про все что угодно, в общем. Так что хотелось бы и такие тоже категории, более узконаправленные. Тяжеловато, конечно, было по двум частям. Но в целом нормально, да? Ну, блин, ну, конечно, нормально. А почему нет? Мы бы разве пришли сюда, если бы было ненормально? Спасибо. Окей, получается, спасибо за просмотр, за прослушивание. С вами был Денис Хик. Да, всем пока. Георгий Нетоксик. А, всего хорошего и да запахнет контентом. И Владимир Геймертек. Спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи. И ссылочки на ребят в описании. Как говорится, подписывайтесь, лайки, комментарии, все это приветствуется.